Приветствую всех на своем канале YouTube. Демонстрация работы рамочной магнитной антенны на средние волны. Радиоприемник Альпинист 321. Антенна. Вот она обмотка. Рядом расположен приемник поперек его родной магнитной антенны. КПЕ. Подключил только роторные секции между собой. Там еще и усилитель есть, но он не запитан. Сейчас индуктивная связь. Вращаю. Хранитель музея квартиры Григория Распутина в Санкт-Петербурге. Сейчас мы, к сожалению, замечательный резонанс. Повторяем те байки в истории. Каких-то интервью с Распутиным, которые он никогда не давал. Ну, у него есть два интервью, которые точно он сделал самостоятельно при жизни. Но вообще в то время интервью с Распутиным было достаточно много, и их цитируют. Это были такие фальшивые интервью. Тогда это было время такое. Время, когда желтые... Убираю рамочную антенну. Сигнал намного меньше. Эти издания сочиняли о Распутине огромное количество историй. Почему это происходило в то время? Причем по восходящей все эти истории мифы появляются уже там где-то с 1912-13 года. Такое время буквально травля, наступает травля Распутина. 15-16 годы, вот как раз... Вот так работает рамочная антенна. Не только Мария Головина, Мария Евгеньевна Головина, и Александр Вырубова, и Александр Дэн, они вспоминают, что здесь по тем временам была очень скромная, простая мебель. Потом вспоминает еще и старшая дочь Григория Ефимовича, Матрена. Они вспоминают очень похожие детали интерьера. Стол, стул какие-то, там большой длинный стол в гостиной, спальня, это была такая американская кровать, американка, это такая кровать металлическая. Благодарю всех за просмотр. Всем спасибо, пока.